Мы сотрудничаем с Институтом натуротерапии, и в честь 7-летия мы сегодня представляем специальное предложение дня. Это уникальный комплекс. Вы получаете сразу 4 баночки концентрата корня лопуха. Что сейчас происходит? Простуды, насморки, грипп на пороге. И мы занимаемся сейчас чем? Чтобы предотвратить и чтобы профилактика помогла нам продержаться эту осень и эту зиму. Не заболеть ни гриппом, ни ангиной, ни этим дурацким бесконечным вирусом. Избежать аллергии, чтобы не было никаких расстройств пищеварения. Во всем этом важную роль играет именно ваш иммунитет. Представит лучшую продукцию, необходимую именно сейчас, врач, кандидат медицинских наук, эксперт бренда, разработчик всех уникальных натуральных формул Сергей Арсеньев. Здравствуйте, здравствуйте, друзья, очень рад вас сегодня видеть. Дело в том, что вот этот корень лопуха сейчас, именно вот этот осенний период, это самое важное, что у нас есть. Дело в том, что именно осенью у нас возникают всевозможные болезни, обострение хронической болезни. Будь то какие-то гастриты, будь то какие-то артриты, какие-то заболевания воспалительные. И именно осенью обостряются всевозможные, знаете, возникают там новообразования, как доброкачественные и провокация злокачественных. Но корень лопуха, недаром его китайцы называют русским женьшенем, он содержит огромное количество биологически активных веществ, которые поступают вовнутрь и первое, что делают, очищают ваш организм. Это L-бета-аспарагин, уникальное вещество. Чем вот корень лопуха известен? То, что вот L-бета-аспарагин есть только в корне лопуха. И вот этот L-бета-аспарагин очищает полностью ваш организм, адренирует лимфатическую систему. А ведь лимфатическая система, лимфа, там в лимфоузлах вырабатываются лимфоциты, которые борются как раз с вирусами, с микробами, с грибками. То есть любые воспалительные заболевания моментально у вас проходят. Дальше, если у вас есть какие-то новообразования, вот так принимаете под язык в течение 3 месяца, мастопатия, миома проходит либо полностью, либо уменьшается, редуцируется в несколько раз. И вот этот прием именно под язык, видите, здесь концентрат, густой концентрат, именно под язык, чуть-чуть взять и рассосать под языком, дает моментальный результат. Никаких противопоказаний, знаете, как таблетки быстро, которые надо применять, их берут под язык, например, давление там снизить, под язык. Так вот здесь тоже, вот этот L-бета-аспарагин под языком моментально впитывается, и результаты получаете буквально через 5 минут после приема. И еще это очень вкусно, очень важно, что нужно небольшое количество под язык, чтобы не было желания сглотнуть. Все всасывается и сразу попадает в кровь. Вы получаете 4 баночки на 4 месяца. Это тот самый необходимый курс, чтобы укрепить, поднять ваш иммунитет и защитные функции организма. Заказывайте прямо сейчас. Еще при заказе на 3990 вы получаете подарок. Это скипидарная пиявочная ванна от Института натуротерапии. Количество подарков ограничено. При заказе на 4990 у вас будет бесплатная доставка. Все подробности о доставке в ваш регион и о наших акциях уточняйте по бесплатному номеру телефона у наших операторов. У нас еще есть комплекс для очищения вашей печени, для вашего женского здоровья. Это также у нас боровая матка и красная щетка. И, конечно, это только натуральный продукт. Есть ли противопоказания? Ну, практически нет. Да, можно и взрослым, и детям. Единственное противопоказание, если у вас какая-то аллергия на компоненты состава. Ну, как я говорю, если у вас на апельсины есть аллергия, значит, ну, апельсины нельзя есть. Все остальное можно. Это 100% натуральный продукт. Можно и взрослым, и детям. А если там значены таблетки? Вот многие говорят. Совмещайте свои таблетками, то есть это никаким образом не внедряется, не портит вашу какую-то лекарственную терапию, которую вы есть. Но самое главное, что вот, как я уже сказал, вот этот корень лопуха, это ваша защита, защита от всего, это броня ваша. Вы знаете, я хочу вам рассказать одну историю. Приходит ко мне пациентка, ей 78 лет. Так. И она с мужем вместе жила уже, знаете, сколько у них там бриллиантовая свадьба должна быть, там лет 60, по-моему, у них вместе они жили, и она приходит ко мне, и она говорит: вы знаете, доктор, вот я у вас там год назад взяла корень лопуха, еще, правда, она взяла чагомумиё, тоже есть такие вот концентраты, и она ко мне приходит и говорит: вы знаете как, вот я пила, вот как, прям как, знаете, отче наш, утром и вечером, на 2 раза в день, по чайной ложке, я это все применяла, а муж у меня, он, я не верю в это, не буду пить, не то, не сё, не 5-10. Она пришла ко мне вот буквально в мае вот этом году. Она говорит: в апреле мы с ним заболели ковидом.
И вот я, у меня как бы ничего, ничего, все нормально. А у него там пневмония, нижнедолевая, потом до 50% повреждений легких. Положили в реанимацию, искусственная вентиляция легких, и его не стало, он умер. И она сидит, у нее слезы текут. Говорит, доктор, неужели вот то, что я вот это пила, меня спасло? А он вот это не верил, его сейчас нету. Как я дальше буду жить без него? Я с ним вместе 60 лет прожила. Что мне без него делать? Вот почему, да вот кстати, если бы так? Я, говорит, знала, что это так помогает, я бы ему ложкой туда запихивала насильно, лишь бы он был жив, он был с охраной, там на дачу, все колотил, строй. Как я буду без него жить? Вот я понял. Так вот. Пока вы живы, какие бы болячки у вас там ни были, какие бы болезни, можно все изменить, можно поменять, но когда вас не станет, уже ничего не изменишь. Да. Поэтому если вы хотите пожить, если вы хотите справиться с этими всякими новообразованиями, со всякими этими онкологиями, вирусами, микробами, вот этими инфекциями, воспалительными проблемами, если вот эти болезни липнут вам, и вы никак от них не можете избавиться, вот он. Корень лопуха, который защитит вас и который не даст вам погибнуть. И только сегодня специально для вас, последний раз в этом году, к сожалению, целый курс на 4 месяца всего за 1299 рублей. Скидка 72%. Берите несколько. Баночку храните в холодильнику. По пол чайной ложечки утро и вечер. Главное, под язык, чтобы всасывалось. И посмотрите. Вы каждый день или несколько раз в неделю принимаете таблетки. Это химия. А здесь концентрат из натуральных компонентов. И здесь целебный корень лопуха. Что вы выберете? Наш организм имеет максимум возможностей для восстановления. Ему нужно помочь. Выбирайте прямо сейчас. Ответьте мне на вопрос. Если к вам постоянно липнут болезни, замечали, только-только вы избавитесь от каких-то проблем с кишечником, тут же прицепляется простуда. Если у вас то и дело высыпание на лице, это говорит о том, что иммунитет слабый. Вот оно, решение. Набирайте наш номер телефона, безопасный, можно диабетикам, потому что не содержит сахара. Будьте здоровы!